Матч в Сочи дал возможность футболистам вспомнить детство. Игроки обеих команд с удовольствием бегали по лужам. Сочинцы приветствовали гостей игрой на их половине поля. Богатырев некоторое время пытался доказать, что и пяткой можно делать хорошие передачи, но Клеменов разрушает эту иллюзию. Безуспешна и чуть более поздняя попытка Игнатьева прорваться к воротам. Она заканчивается в очередной луже. На 21-й минуте динамовцы наконец нащупали брод, ведущий на половину соперников. Однако Евгений Крюков, как хорошая лягушка, знает каждую кочку в своем болоте. Плачевно могла окончиться для «Динамо» комбинация, разыгранная теми же Игнатьевым и Богатыревым при участии Суанова. Но открыть хозяевам счет мешает Саматов, вставший в ворота. Блудный Клейменов далеко выбивает мяч, и Черышев использует несогласованность сочинской обороны, а также застенчивость Крюкова. 1-0. Гол оказался решающим. И хотя «Жемчужина» пыталась отомстить, но на сей раз Клейменов остался в воротах и крепко вцепился в мяч. По крайней мере, мы стараемся сейчас все нападающие использовать все моменты, которые мы создаем. А на таком поле, тем более к нему практически невозможно примостриться даже. И я не знаю, как мы просто за счет огромного желания, по-моему, сейчас победили.